Семь молодых активистов из Ненецкого округа вернулись со Всероссийского молодежного форума «Селигер-2013». Первая смена из трех уже завершилась. Ее посвятили молодежным проектам. Сейчас делегация подводит итоги проделанной работы. Все подробности о поездке наших участников на молодежный форум в репортаже Олега Хатанзейского. В этом году в программе произошли изменения. Если раньше проводились 4 смены одного форума, то сейчас Селигер проходит как 3 отдельных форума. На первую смену приехало около 5000 человек из разных регионов страны. У каждого своя идея, проект или просто мечта – спортивная, инновационная или творческая. Там есть возможность получить знания, которых нам, ну, иногда не хватает. Потому что там работают действительно профессора университетов, там ведут лекции VIP-гости, там много вообще всяких разных известных людей. На первый форум от Ненецкого округа отправилось 7 человек. Смены выбрали знакомую, все дома. В прошлом году наша делегация уже принимала в ней участие. Она посвящена улучшению жилого пространства и жилищных условий. В прошлом году у нас ездило 3 всего человека, но были итоги их участия в форуме и деятельность. Да, одним из итогов, например, стало появление региональной организации «Все дома». А в этом году мы тоже надеемся, что ребята съездят не просто так, они привезут какие-то идеи, проекты. Прежде всего, Селигер – это образовательный форум. Каждый день десятки лекций и мастер-классов. Навещают участников и неформальные гости. Рэп-исполнитель Тимати раскрыл секреты успеха. В первый день форума мастер-класс провел Костя Дзю. Знаменитый боксер собрал всех на утреннюю зарядку. У нас были зарядки, на которые вообще нельзя было прогуливать, потому что у нас был строгий периметр. И за каждое непослушание, так сказать, у нас делали дырочки в бейджике. Необычных семинаров и мастер-классов на Селигере было избытки, говорит Надежда Латышева. Проект нового вида спорта представили участники из Челябинска. Некая смесь бокса и забавы стенка на стенку, а традиционного футбола разве что мяч. Первая смена Селигера, которая посвящена молодежным проектам, закончилась 21 июля. Уже в понедельник в Тверскую область приехали участники следующей смены – молодые предприниматели. От нашего округа отправилось 2 участника. Многие молодые люди гостят на озере Селигер в последний раз. В следующем году лагерь будет уже не тем, он потеряет статус общероссийский. Подобные форумы будут проходить в каждом федеральном округе. Так, например, Ненецкий впервые примет участие в Балтийском Артеке. Его организатор – Северо-Западный федеральный округ. Но и о Селигере не стоит забывать. Несмотря на потерю им статуса общероссийский, наш округ продолжит принимать участие в знаменитом форуме. Олег Танзейский, Вадим Стасюк и Сергей Качегов. Телеканал «Север».